Всем привет, это Пипстрич, и мы начинаем играть в игру Tomb Raider. Я не играла в Tomb Raider, игра 2013, по-моему, года. Я играла только еще когда на PlayStation 1 была Tomb Raider, и то я там поиграла совсем немного. Так что сейчас мы начинаем, посмотрим, что Один известный путешественник сказал: исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Но приключения сами нашли меня. Самые тяжелые минуты, когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил. Наряд они тебя услышат. Ну что ж, ребят, наверное, сейчас или нет, начнется, наверное, геймплей уже. Опа, и ошиблась. На самом деле заставка достаточно интригующая, заинтересовывающая, и нас, видать, куда-то тащит или нет, или что. Я, в общем, пока ничего не понимаю, что происходит. Я поняла только то, что корабль, видать, с кораблем тут случилось. Что это такое? Где мы вообще? Ребят, я серьезно не играла, ничего, как бы, ни прохождения не смотрела, ни летсплей. Я вообще не знаю. О, господи. What the fuck? Мне нужно вниз. Вот, я загорела. Я не могу так умереть. Ребята. Какого? Черт. Мне бро. Будет больно. Лис. О, дед. Нет, серьезно, ребят, я ничего не понимаю. Я, сейчас, наверное, нам надо веревку, чтобы поджечь, да? О, ты чё хоть? Я просто реально, ребят, не знаю, что делать. Не! Фак!
А что нажимать-то? А, Е. Давай. О, фак, это должно быть очень больно. О, май гад. Она мать. Фух. Да. Действительно говорили, что игра интересна. Нет. Говорили, что игра интересна, и по началу игры я уже вижу, что она... Где это я? Достаточно такие это... Что вообще они творят тут? Кто это такое сотворил здесь вообще? Факел. Факел. Где факел? Вот факел. Берем факел. Что-то тут была какая-то... А вот, наверное, чтобы поджечь. Лучше отойти, наверное. Не хочу рисковать. Сколько шума. Она так это сказала. А, сколько шума. Ну, мне кажется, конечно, Ларри у нас не привыкать. Черт возьми. А, нам надо будет сейчас поджечь, наверное, опять факел, так как он у нас. А потух. И тут опять, наверное, поджечь, да, раз нам подсветили. Ребят, я, конечно, я знаю, что я всегда говорю мало, но сейчас я, наверное, буду совсем говорить мало, так как у меня вчера маленько горе случилось. У меня было, что, 12 часов ночи 5 минут, то это, получается, по Москве было. Сколько получается? 10 часов 5 минут по Москве вечера. У меня случилось небольшое горе. Я тупанула вчера. О, фак, фак, фак! What the fuck? Кто это, а? Вчера, в общем, у меня небольшое горе. Ну как небольшое, по сути, это большое. Ладно, хоть мне канал не запретили. В общем, я тупанула и в группе у Бриняши. Я тупанула реально просто. Я не знаю, что со мной случилось. Я знала правила, все знала. И нет, я не смотрелась. И... Я просто взяла и тупо написала свою ссылку на канал. Тут же меня отправили в черный список. Потом мне сказали, что разбан не будет. Сила воли, но ничего не так. В общем... Да, опять не потушили. Прилив. Надо выбираться отсюда. Так, выбираться, наверное, где-то сначала поджечь, наверное. Это время второго. Что, мне можно тут забраться? Да. Ну где мне поджечь этот грёбаный факел? Огонь. Слава богу. А, вот огонь. И, так мы сейчас опять тут... Тут тоже не можем не пойти. Так что если мы сейчас там опять пойдем... То это... А вот, наверное. Потому что если мы бы там пошли, то мы бы опять бы потушили свой костюм. Лишь бы нас только сейчас не придавило. Так. Ну что ж, ребят. Да, идем посюда. Вот, да, да, там, где я не могла, типа, мало забраться. А, нажмите F, чтобы толкнуть. Фига она толкает так-то. О, я упала. Инстинкт выживания. Ку. Какие-то бочки тут. Посмотрим, чем это нам поможет. Не уверен, что это нам поможет, правда. Ну, он хоть что-то туда говорит. А, я, наверное, сейчас уйдет, да, вот так вот, не ответит, или нет.
что ли? Да чё, я ничего не понимаю. Да господи, боже мой. Ох, ребята, я тут лю. Не, всю ночь почти реально проревела. Глаза вроде, слава богу, не красные. Маленько болит голова. Да господи, боже мой! Что делать-то? Ну толкаю я, а толку-то я тут. Не вижу только никакого. Может еще что-нибудь надо включить. Ой, сейчас беру дурная баба. Так. В бочек уйма. Что мне сейчас? Все это поднимается приливом. Это что такое? Это шаг. Это что это? Поднимается приливом и... Нет, а как отсюда? Выбор. Я не могу эту гребаную хрень столкнуть. На обратно возвращаю. И это мне не помогает. Я не знаю, что мне делать. Не толкаю ее, чё. Ну вот, и может как надо успеть. Так. Сейчас подожди. Сидаем еще в бочку, валим скорее наверх. Попробуем. Я не знаю действительно, как здесь пройти. О, фак. Ребята, я тут маленько покрутилась, значит. Нажала еще раз этот инстинкт выживания посмотреть. И я нашла вот что. Давайте попробуем, может, это сюда запрыгнуть. Потому что я не знаю, что еще можно сделать, но, блин, вот эта фигня поднялась. Даже так. Вот, видите, а я реально купила, я не знаю, что мне делать. Так, а теперь отсюда-то как видите. Вот так вот. Ну, давайте теперь попробуем толкнуть. О, у нас бочки только три. Так вот оно как. Фу ты, ну, я-то думала, мы тут пройдем. А оказывается, надо было вот что, да? Так, нам надо уходить, она сказала, отсюда. Новая модель, главное, ну, что-то там, короче, не знаю. Ой, какая музыка. Страшная, так что тоже. Страшновато. Устрашающе. Фак, holy shit! Какого черта? Господи, боже мой. Надо в натуре отсюда скорее уже валить. А то, видать, не сила подожгла тут. Куда дальше-то? Фух, я думала, ты не допрыгнешь. Это ты не допрыгнула. Конечно, у нас Ларка-то вообще могила. Бежим. Да опять ты! Действительно, пусти, ублюдок. О, фак. Оуфак, я не поняла, что там надо было нажать, когда была красная. Поэтому я, по-моему, нажала на мышку. Так, это при прицеливании. Подсказка тут у нас. Мы опять бежим. Я так и не поняла. Ф! И его придавило. То есть он второй раз нас уже схватил, хотел говорить нам помочь, типа, мол,
Ну, не знаю, правда это или нет, хотел ли он нам помочь, но его победила. Ух, Лара, Лара. Держись! Идите колотить, держись! Держись! Давай, ползи! Ой, щет! О, господи. Ладно, мы выбрались. Оп, оп. Да. Да, начало игры, конечно, вообще жесть. Ну что, мы начинаем играть дальше. Это самолет. Я не поняла, куда нам надо. Так, туда вроде некуда идти. Ну давайте сходим, посмотрим. А нет, ей. Бедная дышит еле как. Вот оно и понятно. Тут, блин, какая-то фигня воткнулась, насквозь прошла. Это же вообще. Там вся ободралась об эти камни, скалы и прочие. Ой, бедолага. Сейчас двое, это не так. Я по максимуму только ползком бы решилась. Что-то мне кажется, мы сейчас упадем. Но если я буду играть, почему ты идешь по этому краю? Почему не пойти посередине? Вот так. Вот так. Потихонечку. Оно еще и крутится. Ёперный театр, я чуть сердце, блин, не выплюнула. Давай лучше быстрее это пройдем, ну нафиг это. Фух. О, слава богу. Вот и хватит уже. Так, опа. Там не сюда видать, да? Куда нам тогда? Ты что, я пролез... А, вот, вот. Я уж думала, вот что делать-то. Так. Что? Ладно. Нам придется на него повезти. О, господи. Не, я бы не рискнула бы. Серьезно. О! Е! Е! После Е надо было нажимать. Вперед и спейс. Вперед и пробел. О, господи! Все валится! Я бы не рискнул. Честно. Надо успевать нажимать кнопки. Господи, боже мой. Holy fuck. И бы еще что-нибудь сверху нас не придавило. Так, идем дальше. Нам дали еще 100 очков опыта. Держи за стенку. Ну да, за стенку можно сказать. Так, нажмите спейс-крючки. Ага. Как ты сейчас... Сэмми! Ты как вообще силы какие-то остались, блин? Сэмми! Значит, они прошли здесь.
видеокамера. Непонятно, что. Операция. Сэмми? Рот! Кто-нибудь меня слышит? Какого черта? О, фак. Кстати, куда у нее вся кровь делась? Она же вся в крови была. Может, дождемся? Не знаю я, в общем. Мы куда-то, в общем, упали. Упали. Я, по-моему, кого-то слышала или что-то. Ух, ребятушки. Никого нет, но здесь, видать, ты сделаешь привал. Или нет? Идет дождь, и все замерзло. Взяла бы, развела бы костер. А, ты ничего. А, нет, я потихоньку, наверное, спички там и достала. Она ее колбасит, блин. Разведи ты костер, посиди. Офигеть, так сильно дышится, ты в одной маечке. Это же как должно быть холодно-то. Ой, молодец, ты решила развести костер топить. И посидеть, погреться. Ууу, всего одна спичка. Чё-то, кажется, она не погреется. Ух, лишь бы только получилось. Вот была бы я бы, блин, не жизнь, мне бы ни хрена бы не получилось. Но у неё это получилось. Нам что-то пытаются передать по рации, как я поняла. Иди. О, сейчас она что-нибудь посмотрит тут по видеокамере. Может, что-нибудь узнает, куда они ушли, Сэмми и Рот, или еще что-то. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Нос верит. Все, хватит, перерыв. Шутка. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело — лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, Уитман. Строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой,
Я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник, просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури. А в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите. Спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Там вода, значит пройдем. Неужели вы это серьезно? Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Не знаю, ули отсюда. Она, значит, посмотрела видео, как они собирались сюда. Как я поняла. Ну или не сюда, но они попали сюда, так как у них... С кораблем случилась проблема, дождь закончился. И она решила идти дальше. Нельзя сидеть на месте. Нужно найти какую-то еду. Да, надо нам найти какую-то еду. Но эту еду мы будем искать уже. И еду, и Сэмми, и рота этого мы будем искать уже в следующей серии. Потому что эту серию мы уже заканчиваем. Всем спасибо за просмотры. Надеюсь, хоть один-то просмотр будет. И всем пока.